Итак, из раздела нас часто спрашивают. У нас моделька W36, это новинка, и 26+, всем знакомая. Магнитная зарядка 26, 36, так, индукционно-беспроводная. Посмотрим поближе. Сразу бросается в глаза наличие второй кнопки у 36 модели. Внешне все то же самое. Алюминиевый корпус, IPS-матрица, 1,78 дюйма. Дырочка под микрофон. Датчики здесь немного другое исполнение. У 36 такой же датчик, примерно как у 46. Здесь нет датчиков для контакта. Внешне меню выглядит все аналогично. Процессор MTK2502D. Тот же IP68. Класс водонепроницаемости. Также можно ответить на звонок, набрать номер. Здесь уже синхронизировано. Также прочитывают сообщения. Инстаграм, Телеграм и другие мессенджеры. Так, ну... Те, кто спрашивал, можно ли на часах прочитать имя звонящего, нет, в этих моделях, к сожалению, нет. Пишется только номер. По сравнению с 46-ми, у которых нет ответа на звонок, здесь прописывается имя звонящего в соответствии с записной книгой. Как записан контакт, так и пишется. Вот, в общем-то, наверное, такие вот отличия. Вторая кнопка, конечно, симпатична. А, кстати, да, один момент. Здесь кнопка не такая многофункциональная по сравнению с 26+. Ну, возможно, это не самая главная сущность. Наличие второй кнопки, то есть включение-выключение происходит с помощью нее. Так, ну, вроде все сказал, динамики вырезы. Все аналогично, как будто просто взяли и врезали вторую кнопку. Надеюсь, было недолгим, но полезным. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока.